Контрнаступление под Москвой с 5 декабря 1941 года по 5 января 1942. Дальше началось общее наступление, наступление в том числе под Москвой с 8 января 1942 года по 20 апреля того же года. Это контрнаступление шокировало не только немцев, но фактически весь мир. И в Англии, и США воспринимали это так, что теперь Гитлер окончательно завяз в войне с Советской Россией. И Красная Армия, к удивлению многих западных политиков, оказалась не просто боеспособной, но и способной гнать немецко-фашистские войска. Немцы оставляли боевую технику, немцы оставляли своих убитых и раненых. Это впервые за всю кампанию, начиная с 1939 года. Контрнаступление началось на флангах Советско-германского фронта под Москвой. Его ударили первоударная 30-я, 16-я армия на северо-западе от Москвы. В ожесточенных боях была освобождена деревня Крюково. Дальше наши войска пошли на Солнечногорск, Клин. Под Клином, Клинско-Солнечногорская операция, создалась угроза окружения немецких войск. И после того, как немцы отошли, эти города, Клин и Калинин, были освобождены. На юге враг вынужден был быстро отступать из района Тулы, чтобы опять-таки не попасть в мешок. Но под Ельцом в мешок они все-таки попали, и несколько дивизий врага были разгромлены. Вот этот первый успех, он, конечно, окрылял наши силы. Вот впервые мы действовали в наступательных порядках, как это думали еще до войны. Конечно, и все было в порядке. Еще надо было учить войска, как обходить населенные пункты, как зажимать врага фактически в мешок, как вести артиллерийское наступление. Не хватало опыта, недостаточно была разведка, но самое главное, не хватало боеприпасов и даже обычного оружия, поскольку страна была эвакуирована, промышленность страны, на восток. И начало 1942 года — это самое тяжелое время, когда выпуск военной продукции снизился до самого незначительного уровня, и надо было скорее запускать военные предприятия. Дело доходило до того, что предписывалось на одно орудие в день выстреливать не больше 2 снарядов. Вот какая была ситуация. Тем не менее, по глубокому снегу, по морозу, который порой достигал 30 градусов и выше, наши войска гнали противника. Огромное количество техники, которое было оставлено на полях сражений, в конце декабря 1941 года увидел премьер-министр Великобритании Энтони Иден. Его свозили на фронт после переговоров со Сталиным, и он воочию увидел, что такое разгром ранее непобедимой армии. Напротив, немцы стали вспоминать судьбу Наполеона. Многие офицеры перечитывали записки Толерана о том, как наступали наполеоновские еще армии на Москву, и как они бежали, и как они погибли. И вот это опасение, что постигнет Германию та же судьба, были общераспространены тогда в германской армии, особенно в группе армий «Центр». Тем не менее, наши войска начали уставать. Сказывались, конечно, огромные потери. Юхнов брали несколько недель, только 5 марта он был освобожден. Пытались выйти к Вязьме в ходе Ржевско-Вяземской операции. Генерал Ефремов, рассекая немецкие порядки, обходя немецкие тылы, вышел на ближние подступы к Вязьме. Там высадились парашютисты из 4-го воздушно-десантного корпуса. Туда устремился через Варшавское шоссе и генерал Белов со своими конногвардейцами. Но немцы сумели отрезать наши части и окружить. Равно как на севере против 9-й армии были окружены части 29-й нашей и 39-й армии. Они сражались в окружении. Ефремов до конца фактически апреля сдерживал немецкий натиск. Даже больше, чем держался Паулюс в свое время под Сталинградом. И тем не менее, эти потери нанесли серьезный ущерб нашему наступлению. Когда в марте 1942 года проводилось совещание в Кремле, Жуков предлагал сосредоточить основные направления именно на его Западном фронте. Он стал командующим и Западным всем направлением, включавшим Западные и Калининские фронты. Но Сталин
по совету в том числе ряда генералов и политических деятелей Хрущева решил нанести удары и под Ленинградом, и на Украине, и под Москвой. Это распыляло наши силы. Наступательный порыв уже исчерпан, наступала распутица. И в этом отношении надо было приостанавливать удар, приостанавливать операцию, что и было завершено 20 апреля 1942 года. Итоги битвы под Москвой, наших наступательных операций, конечно, невозможно переоценить. Мы потеряли очень много в ходе битвы за Москву. Не беря оборонительный период, скажем, что только период контрнаступления до 7 января 1942 года 370 тысяч человек. А в ходе Ржевско-Вяземской операции более 200 тысяч. Ну и немцы понесли существенные утраты. Только в ходе Московской битвы они потеряли 500 тысяч человек. Никогда раньше немецкая армия не несла столь существенных утрат. И в этом отношении можно сказать, что немцы после Московской битвы перешли под Москвой к оборонительной тактике. Строились линии укрепления, строились доты, дзоты, рылись окопы, но сами немцы стали называть это крысиной войной. Конечно же, группировка немецкая группы армий «Центр», она оставалась под Москвой и была наиболее многочисленной за последующие периоды войны. Даже когда под Сталинградом наступала 6-я армия Паулюса, все равно немцы держали под Москвой свои главные силы, которые перемалывались в различных боях, сражениях, на Ржевском выступе, в районе Вязьмы, в районе Сухиничи. Все это говорило о том, что немецкая армия стала другой, а наши бойцы приобрели необходимый опыт, сноровку, раненые возвращались в строй. Постепенно мы восстанавливали свою боеспособность. И, конечно, итоги Московской битвы имеют огромный политический, внешнеполитический резонанс. Ведь и Турция, которая намеревалась напасть на нас, Япония, они все видели. Они видели то, что немцы не смогли взять столицу советского государства и не открыли против нас боевых действий. Росло движение сопротивления в Югославии, во Франции, в Италии, в других странах, опять-таки под влиянием Московской битвы. И если наши генералы получили опыт и получили, самое главное, спокойствие, возможность реализовать свои силы, то немецкие генералы стали увольняться из вооруженных сил. Были уволены генералы Гудериан, снят с своего поста начальник сухопутных войск Браухич и многие-многие другие. Гитлер мстил им за то, что не реализовалась его мечта окончить войну с Советским Союзом в 1941 году взятием главного города компании, всей восточной компании Москвы. Москва в 1965 году стала городом-героем. И действительно, в обороне Москвы участвовали и добровольцы, и народное ополчение. Москвичи рыли окопы, рыли противотанковые рвы. Все это, конечно же, безусловно, сказалось на том, что Москва осталась свободной. И она скрепляла фактически не только весь Восточный фронт Московской обороны, но и фронт обороны всех свободолюбивых народов в годы Второй мировой войны.